Здравствуйте, ребята! Сегодня у вас урок литературы проведу я, Артемова Елена Викторовна. Тема нашего урока сегодня – пословицы и поговорки. Цель нашего урока – показать красоту и ценность русских пословиц и поговорок, научить пользоваться пословицами и поговорками в речи. Для начала я хочу познакомить вас с ученым, который занимался изучением и собиранием пословиц и поговорок в русской речи. Самый знаменитый собиратель пословиц и поговорок является Владимир Иванович Даль. Всю жизнь он посвятил собиранию и изучению пословиц и поговорок. Владимир Иванович Даль был морским офицером, прилежным студентом университета, отважным воином и талантливым хирургом, чиновником, популярным писателем и выдающимся ученым. Владимир Иванович Даль создал словарь. Словарь содержит более 200 тысяч слов о жилищах, хозяйстве, утвари, религии, обычаях. Сборник включает в себя 36 тысяч пословиц, поговорок, скороговорок, притч и загадок. Даже Александр Сергеевич Пушкин посвятил Далю слова. Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей, что за золото? Не зря говорят, поговорка «цветочек», пословица «ягодка». А теперь давайте мы с вами запишем определение. Что же такое пословица? Пословица – это краткое мудрое изречение, которое содержит законченную мысль. Пословицы имеют важное значение в языке. Давайте поговорим о важном значении пословиц. Добрая пословица – не в бровь, а прямо в глаз. На пословицу ни суда, ни расправы. На рынке пословицы не купишь, на твою песнь пословица есть. Не всякая пословица при всяком молвится. Старая пословица век не сломится. Записывайте, пожалуйста, еще одно определение. Давайте мы с вами теперь разберем, что же такое поговорка. Поговорка – меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения. Например, «легок на помине», «ни к селу, ни к городу, хоть шаром покати». Запишите, пожалуйста, в тетради, что общего и чем различаются пословицы и поговорки. Начнем мы с вами сначала говорить о сходстве. Сходство пословицы и поговорки. Отражение народной мудрости, краткость, рифмованность. И запишите, пожалуйста, различия пословиц и поговорок. Пословица – это целое предложение, как правило, состоит из двух частей. В первой части сообщается какая-то мысль, во второй части делается вывод. У поговорки нет законченного суждения, она лишь его часть. В поговорке скорее выражено отношение человека к чему-либо, к его чувствам. Первоначально пословицы и поговорки входили в состав небольших рассказов, сказок о каких-нибудь событиях и представляли метко и кратко обобщение того, о чем шла речь в произведении. А теперь давайте с вами попробуем выполнить одно небольшое задание. Восстановите пословицы, используя поговорки. Поговорки. «Ступи воду толочь, и нашим, и вашим чудеса в решете». Давайте теперь обратим внимание на пословицы. Пословицы. «Ступи воду толочь, вода будет». И нашим, и вашим
за копейку спляшем. Чудеса в решете, дыр много, а вылезти некуда. Следующее задание. Определите, пожалуйста, смысл поговорок. Рвет и мечет. При царе горохе медведь на ухо наступил. Вы наверняка ранее слышали эти поговорки. Давайте разберемся, что же они обозначают. Рвет и мечет. Говорят о человеке, который возмущается чем-то, эмоционально выражает это возмущение. Медведь на ухо наступил. Говорят о человеке, у которого плохо со слухом. При царе горохе так говорят о том, что было очень давно и неизвестно, было ли это вообще. Следующее задание. Определите, все ли пословицы про ум – учение. Прочитайте, пожалуйста, внимательно пословицы, попытайтесь понять смысл каждой и определите, что же здесь является лишним. Корень учения горек, да плод сладок. Человек не ученый, что топор не точеный. Правда в воде не тонет, в огне не горит. По одежке встречают, по уму провожают. Лишней является третья пословица. Правда в воде не тонет, в огне не горит. Следующее задание такое же. Определите, все ли пословицы про лентяя. Вам нужно выбрать лишнее. Прочитайте внимательно пословицы и определите, какая из пословиц является лишней. Люди пашут, а он руками машет. На чужой каравай рот не разевай. День гуляет, два больной, а на третий выходной. Как волка не корми, все в лес смотрит. Словами и туда, и сюда, а делом никуда. Лишней является четвертая пословица. Как волка не корми, все в лес смотрит. Ранее в начальной школе вы познакомились с баснями и наверняка знаете множество басен. Пословицы используются также в баснях. Пожалуйста, соотнесите басни и пословицы. Какая пословица из какой басни? Сильнее кошки зверя нет, а Васька слушает да ест. У сильного всегда бессильный виноват. Слона-то я и не приметил, а воз и ныне там. Значит, какие у вас представлены басни? Басня «Кот и повар», басня «Мышь и крыса», басня «Любопытный», басня «Лебедь-тюка» и «Рак», басня «Волк и ягненок». Давайте соотнесем. «Сильнее кошки зверя нет» – это пословица из басни «Мышь и крыса». «А Васька слушает да ест» – басня «Кот и повар». «У сильного всегда бессильный виноват» – басня «Волк и ягненок». «Слона-то я и не приметил» – басня «Любопытный». «А воз и ныне там» – из басни «Лебедь, щука и рак». Давайте с вами немножко поработаем по иллюстрации. Вам нужно будет отгадать пословицу по представленным иллюстрациям. Посмотрите внимательно на картинку. Я думаю, вы все догадались, что это пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь». Следующее. «Терпение и труд все перетрут». Далее. Без труда не поймаешь и рыбку из пруда.
И еще одно наше задание на сегодня – игра. Закончи пословицу. У вас дано начало, вы должны подобрать завершение. Не надобен и клад, коли в семье лад. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Без труда не поймаешь и рыбки из пруда. Хочешь есть калачи? Пока вы думаете, я хотела бы пояснить вам значение русского слова «калачи». Калач – это хлебобулочное изделие. Хочешь есть калачи? Не сиди на печи. Запишите, пожалуйста, задание для самостоятельной работы. Вы должны написать сочинение-миниатюру с использованием одной пословицы. На этом наш урок сегодня завершается. До свидания, до новых встреч. In front of my house. Then Elmo and Raya got hungry. So we went inside to have lunch. Raya's sister, Didi, was making something very yummy. Only we couldn't eat right away. We had to do something first. Something very important. Hi there, you both must be hungry. Ready for lunch? We sure are. Elmo, you're forgetting to do something before you eat. We have to wash our hands. Elmo will wash up after lunch. Elmo is hungry. It is important to wash before we eat, Elmo. Why is it important to wash our hands before we eat? Great question, Elmo. Let's find out the answer together. Let's see what your hands look like. Germs. But how did the germs get there? Germs are not only in the latrine or on the rubbish. They can travel to door handles and the ball you play with. When you touch these things, the germs get on your hands, and if you don't wash your hands, the germs can get on your food. Oh, Elmo didn't know that. That is why it is important to wash our hands before we eat. Elmo and Raya will be right back after we wash our hands. With soap and clean water, that will get our hands clean and germ-free. Wash our hands with soap and water while we sing this song. Wash our hands with soap. Enjoy your lunch. Germs can be anywhere, and if we don't wash our hands, we can get sick. It's a good thing we washed our hands before we ate lunch. And you know what else? What? Food tastes better with clean hands. Здравствуйте, дорогие ребята! Сейчас у нас урок математики, и тема нашего сегодняшнего урока
Сравнение натуральных чисел. Достали свои учебники, тетради и запишите сегодняшнее число и тему. Начнем урок. Сначала мы должны проверить вашу самостоятельную работу. Рассмотрим. Ответы должны были быть вот такими. Значение одной шкалы у нас равно 10. На числовой оси записать недостающие числа – это 10, 20. 10 у нас есть, вот 30, 50, 60, 70 и 80. Мы дополняем числовую ось. Координаты точек на числовой оси, сказано в задании 59. Значит, А имеет координаты 20, вот мы записали. Б имеет координаты 40, С имеет координаты 70 и Д имеет координаты 130. В следующем задании, 61-м, вы должны были выразить в килограммах, поэтому у нас будет 7200 килограмм, 4565 килограмм, 2012 килограмм. Сверьте со своими ответами и перейдем к изучению нового материала. Сегодня проходим сравнение натуральных чисел. Как мы должны их сравнивать? Из двух натуральных чисел меньше то, которое при счете называют раньше, и больше то, которое при счете называют позже, так как у нас натуральные числа идут последовательно от меньшего к большему. Поэтому у нас получается, что 98 меньше, чем 99, а 99 меньше, чем 100. А 100, например, у нас получается больше, чем 99, 99 больше, чем 98. Когда вы сравниваете числа натуральные, вы должны представить их на числовой оси. Если оно идет у нас раньше, значит оно меньше. Если оно идет позже, значит оно больше с числом, которым мы сравниваем. Из двух натуральных чисел меньших является то, которое в натуральном ряду стоит раньше, то есть левее, а больше то, которое стоит позже, правее на числовом оси. Запишите это правило в своей тетрадке. Результаты сравнения записывают с помощью знаков «меньше» или «больше». Это знаки неравенства. Также можно их сравнить, ставя «равно». 6 меньше 9. Вот как читается неравенство. Почему мы говорим именно этот знак «меньше»? Не путайте, ребята, знак «больше» и «меньше». Всегда у нас стрелка указывает на меньшее число. Вот у нас 6 меньше, чем 9, поэтому девятка как бы указывает на 6. Ты меньше меня. Смотрите, вот у нас здесь два знака неравенства, поэтому он называется у нас двойным неравенством. И читается он так. Сначала число посередине 20, а затем мы уже читаем отношение. 20 больше 17, но меньше 25. Число 0 меньше любого натурального числа, так как он в ряду натуральных чисел. Его нету, но он самый наименьший, чем все натуральные числа. Поэтому, когда мы их сравниваем, всегда пишем 0 меньше. Напишите вместо звездочек знак «больше» или «меньше», так, чтобы было верное неравенство. Вот такие соотношения. Посмотрите. Число 204 и 2004. Всегда смотрим. Обратите внимание, ребята, что это у нас трехзначное число, а 2004 – это у нас четырехзначное число. Всегда считаем количество знаков в числе и больше то, у которых знаков больше. Значит, 2004 у нас получается больше. 554, конечно, у нас больше, чем единица. Опять же, у нас получается количество знаков больше. 0 у нас всегда меньше, как мы говорили ранее. 8269 и 8271. Что мы читаем при счете в первом? Конечно, 8269, поэтому оно у нас меньше. Следующее число у нас получается 18 324 921, а в следующем числе у нас получается 18 324 847. Как вы видите, у них одинаковые единицы в разрядах,
1, 1, 8, 8, 3, 3, 2, 2, соответствует 4, 4, а затем идет здесь 9, а там 8. Значит, у нас здесь сотен больше, чем там. И поэтому у нас число 18 324 921 больше, чем следующее число. Сравним следующие числа. Также смотрим на разряды единиц, так как количество знаков здесь одинаково. Посмотрели, сравнили. У вас, видите, вот количество десяток здесь 0, а количество десяток в другом числе у нас равна единице. Поэтому у нас следующее число будет больше, чем данное число. Следующее. Также сравниваем их разряды. Переходим к следующему заданию. Прочитайте двойные неравенства. Попробуйте устно, самостоятельно прочитать данные двойные неравенства. Значит, 17 больше, чем 13, но меньше, чем 43. Дальше, ребята. Да, 57 больше, чем 56, но меньше, чем 70. 5 больше, чем 4, но меньше, чем 6. Здесь у нас получается 200 больше, чем 100, но меньше, чем 300. Число 45 у нас больше, чем 44, но меньше, чем 48. Переходим к следующему. Значит, сравнение натуральных чисел, еще раз повторим, из двух натуральных чисел больше то, которое в ряду натуральных чисел стоит правее, дальше, чем от начала. Например, скажем, у нас вот 8, он дальше, например, скажем, чем число 5, поэтому у нас 9 больше, чем 5. Чем дальше в натуральном ряду он стоит, тем больше это число. Из двух натуральных чисел больше то, у которого разрядов больше. Посмотрите на число 1001, четырехзначное число, 999, трехзначное число. Значит, в любом случае четырехзначное число будет больше, чем трехзначное. Из двух натуральных чисел с одинаковым числом разрядов больше то, у которого больше первое слева направо из неодинаковых цифр. Посмотрите. 2821 и 2819. Как вы видите, 2, 2, 8, 8 сравниваем, 2 и там уже единица. Значит, число 2821 больше, чем 2819. Сравнение натуральных чисел. Давайте сравним данные числа. 54 и 55. Конечно же, 50 стоит дальше, чем 54 в натуральном ряду. Поэтому у нас получается 54 меньше, чем 55. В данном разряде, посмотрите, знаков одинаково, значит, сравниваем их разряды. 1, 1, 2, 2, 5, 5, 4, 3. Значит, у нас получается, что 12544 больше, чем 12534. Дальше сравниваем, ребята. Вот у нас одинаковое количество знаков. Да, одинаково. Тогда сравниваем их разряды. Классы смотрим. 2, 2, 0, 0. 0, 1, значит, уже второе число больше 20 100 052. Это больше, чем первое число. 2374 и 2365. Одинаковое количество, опять сравним их числа. Разряде единиц. 2, 2, 3, 3, 7, 6, 4, 5. Как вы видите, 7 больше, чем 6. И получается, что у нас 2374 больше. Также мы сравним и остальные числа. Назовите все числа, которые лежат между данными числами, ребята. 102 и 105. Какие это числа? Больше, чем 102, но меньше, чем 105. Это числа 103 и 104. Следующий вопрос. Какие числа расположены между 59958 и 59961? Значит, это такие числа, которые больше, чем 59958, но меньше 59961. Это, конечно, числа 59959 и 59960. Перейдем к следующему заданию.
запишите в виде двойного неравенства. А. Число 20 больше числа 10, но меньше числа 30. Как мы писали двойное неравенство? Вы же читали его раньше. Сначала пишем число 20, а потом уже сравниваем его с числом 10 и 30. Значит, по бокам у нас будет стоять число 10 и 30 с краю, а 20 будет стоять посередине. Вот мы читаем. 20 больше 10, но меньше 30. Число 44 меньше числа 55, но больше числа 33. Число 32 меньше числа 43, а число 43 меньше числа 54. Карим задумал число. Говорится в задаче 64. Последняя цифра этого числа 5. И оно у нас больше 300, но меньше 310. Какое это число? Задумайтесь. Если записать это двойным неравенством, получается так: x у нас больше 300, но меньше у нас 310. И получается, что у нас число равно 305. Перейдем к следующему примеру. Здесь, в примерах 65 и 67, вы должны сравнить числа. Сравниваем по правилу. Смотрите, число 10 меньше, чем число 18, так как у нас 18 идет позже в числовом ряду. Дальше 75 и 79. Сравните, ребята, что у нас идет раньше? Конечно, 75, и поэтому у нас 75 меньше, чем число 79. 147 и 170. Сравним. Одинаково. Трехзначные, трехзначные. Сравним их разряды. 1, 1, 4, 7. Видите? Значит, десятка в этом числе у нас больше. Получается 170 больше, чем 147. Перейдем к следующему. У нас опять получается количество знаков одинаково. Пятизначные, пятизначные. Сравним их разряды. 1, 1, 1, 1, 8, 7. Видите, уже сотен здесь больше, чем в данном числе. Поэтому мы пишем 11876 больше, чем число 11765. В следующем числе у нас получается оба семизначные. Семизначные, семизначные. Сравниваем опять разряды. 2, 2, 6, 6, 6, 6, 0, 5. Видите, тысячных здесь больше, чем в данном числе. Поэтому пишем 2 миллиона 660 тысяч 8 меньше, чем 2 миллиона 665 тысяч 1. Также сравниваем следующие числа. Одинаковое количество, сравниваем разряды. В следующем у нас, посмотрите, здесь у нас пятизначное число, а здесь шестизначное число. Значит, у нас 456 500 все-таки больше, чем число 49 900. В следующем у нас одинаковое количество знаков. Значит, сравниваем их разряды. 3, 3, 6, 6, 1 и 0. Значит, сотен здесь больше, чем здесь. Поэтому пишем 36 106 больше, чем 36 099. Следующее. Знаков меньше. У 8432 всего лишь 4 знака, а здесь его 5. Значит, данное число больше. В следующем, опять же, знаков меньше получается у числа 5000. И пишем, что 5000 меньше, чем 49999. В следующем у нас одинаковое количество, поэтому мы сравниваем их разряды. 8, 8, 7, 7, 2, 2. 0, 0, идет 0, 0 и 0, 1. Значит, у нас число 8 720 019 больше, чем первое число. Следующим у нас, конечно, здесь у нас разрядов больше, поэтому данное число больше. На самостоятельное задание я вам даю вот такие задачи решить. Запишите в виде двойного неравенства данное выражение. Надеюсь, вы сможете его решить. И как писать двойное неравенство, мы уже точно знаем, ребята. Дальше изобразите на числовом луче все натуральные числа, которые меньше 7. Значит, вы должны начертить числовой луч, на нем обозначить число 7 и до 7 все натуральные числа записать. Во втором задании говорится: числа, которые больше 15, но меньше 22. Сравните следующие числа.
Надеюсь, вы сегодняшний урок поняли, и вы сможете решить самостоятельное задание с легкостью. На этом наш урок закончился. До свидания, ребята. До новых встреч. Dear pupils, how are you? I hope you are well. Welcome to our new lesson. Здравствуйте, дорогие ученики. Надеюсь, у вас хорошо. Добро пожаловать в наш урок. Today we have lesson 4, Where are you from? Page 9. Please open your books on page 9. Пожалуйста, откройте учебники на странице номер 9. Activity 1. Listen and sing the song. I have a granddad. I have a granddad, I have a grandma, I have a mother, have a father, and a little sister too. I have an uncle, little cousin too. I love them and they love me too. I have a granddad, I have a grandma, I have a mother, have a father, and a little sister too. I have an uncle, Now, let's check our self-study work. Are you ready? Please open your pupil's book, page 92-93, Unit 1, Lesson 3. Activity 1. Write the questions. Number 1. Who is the youngest in your family? 2. Who is the eldest in your family? I hope you did your great job. Young, younger, the youngest. Молодой, моложе, самый молодой. The youngest – превосходная степень имени прилагательного. Также вы можете прочитать дополнительную информацию о образовании степени сравнения прилагательных на странице 124-125 «Грамматический справочник». Exercise 2. Please read the answers and write questions. Number 1. What is your name? 2. What is your dad's name? What's your mom's name? What's your sister's name? What's your brother's name? Are your answers correct? I'm glad. Let's review our previous topic. Давайте повторим материал пройденного урока. Глагол «быть» in present simple. Глагол «быть» в настоящем времени. For example, например, I am Aziz. I am from Tashkent. So there are forms of be for I, he, she, it. Plural, множественное число. We, you, they. As you see, all these forms are present forms of the verb be. Как вы видите, эти формы являются настоящей формой глагола быть. Here you can see I'm. It is I am. He's, she's, it's. We're, you are, they're.
Now, your turn. Make up the sentences. Пожалуйста, попробуйте составить предложение. Are you ready? Вы готовы? Окей. Одина. She's Одина. Yes, you are right. A cat. It is a cat. Good. Friends. They are friends, or they are friends. Students. We are students, or they are students. Мы студенты. Также можно составить предложение. Они студенты. 11 years old. I am 11 years old. Yes, you are right. Or, she's 11 years old. Good. I hope you find it very helpful, this exercise. Next activity. Activity 2. Play my uncles from Termez. Pupil A. My uncle is from Termez. Pupil B. My uncle is from Nukus. Ребята, попробуйте составить предложение. From Termez. Из Термеза. We had word list of today's lesson. Давайте пройдем новые слова сегодняшнего урока. Letter. Letter. Email. Email. Как вы знаете, у нас есть электронное письмо. У нас есть получатели и отправители. В английском языке они читаются следующим образом. sarahwinter12@gmail.com or или же harry.brown11@hotmail.com. Это называется у нас, ребята, электронный адрес. Next activity. Activity 3A. Look, read and match. Read the letters and match them with pictures. Ребята, прочитайте письма, также соедините их с рисунками. Now, look at these pictures. Hello, my name is Mary. I am 11 years old. I live in London, the capital of England. My hobbies are playing the piano, listening to music, and reading books. My favorite sport is football. My favorite subject is math. Please write to me, mary.black@yahoo.co.uk. So, this is the structure of email letter. Ребята, это структура электронного письма. What can you see here? Что вы заметили в конце? Это электронный адрес электронной почты. Now we have three children. Look and say, where the children come from. Ребята, посмотрите и скажите, с какой страны? Sometimes you can say, for example, this boy is from Germany. Мы можем сказать, что этот мальчик из Германии. How? Как? Yes, you are right. There is a flag of Germany. This girl is from France. As you see, the flag of France. В данном случае вы можете увидеть, что флаг Франции. Number one. Sarah is from France. Good. Mary is from England. Harry is from Germany. In your book, read two letters and match the letters with the pictures. Let's check your answers. Picture 2, A. Picture 1, C. 3 is B. Now, grammar time. Грамматическая тема сегодняшнего урока. In English, we have plural nouns. Также напоминаю, что в книжке у вас
Есть раздел «Грамматический справочник». So, there are many ways to form plural forms. Subject, subjects. Friend, friends. Hobby, hobbies. Canary, canaries. Dress, dresses. Class, classes. Horse, horses. Page, pages. Man, men. Child, children. For example, subject, subjects. S ending. Or ES ending. Ребята, как вы заметили, образование множественного числа имен существительных разными способами. Например, hobby. Слово hobby, конечное гласное Y, меняется на букву I. Next activity. Activity 3B. Choose a letter, read and write. Следующее упражнение, ребята. Выберите письмо, прочитайте и напишите. For example, the letter by Mary. Hello, my name is Mary. I'm 11 years old. I live in London, the capital of England. My hobbies are playing the piano, listening to music, and reading books. My favorite sport is football. My favorite subject is math. Please write to me, mary.black@yahoo.co.uk. Read the letter and write about Mary. Are you ready? Her name's Mary. I am 11 years old. Ей 11 лет. She is 11 years old. I live in London. Она живет в Лондоне. Третье лицо, да? Она, she lives. Живет in London, the capital of England. Her hobbies are playing the piano. Ее хобби – игра на пианино, слушать музыку, а также чтение книг. My favorite. Ее любимый спорт. Her favorite sport is football. My favorite subject is math. Ее любимый предмет – математика. Верно. Her. Ее. For self-study work. Домашнее задание. Activity 1. Choose a letter from activity 3A and write an answer. Ребята, выберите одно письмо и напишите ответ. Используйте эту форму. Thank you. This is the end of the lesson. Goodbye. We each have our own dreams and desires, but not everyone is granted the opportunity to fulfill them. However, when the right moment comes and you are given a chance, you need to jump at it and follow your own dreams. It is never too early and never too late to learn IT. 1 million Uzbek coders. Your free ticket to the fascinating world of information technology. Master the profession of the future. Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz mening vatanim, grammatik mavzumiz atoqli otlarning qo'llanilishi. Aziz o'quvchilar, darsligingizni, mashq daftaringizni va lug'at daftaringizni olib, bugungi mavzuni yozib olamiz. Bugun darsimizda tayanch so'zlardan foydalanib gaplar tuzamiz, siz bilan birgalikda suhbatlashamiz. Tayanch so'zlar: sayilgoh, Amir Temur xiyoboni, majmua, tarixiy obidalar. O'tgan darslarimizda uyga vazifa qilib, mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berilgan edi. Keling, shu topshiriqlarni takrorlab olamiz. O'tgan darsimizda ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar haqida sizlar bilan tanishgan edik.
Mana shu so'zlarga misollar keltiramiz. Kim o'qituvchi, kim ota, kim shifokor. Nima daftar, gul, qalam. Qayer Buxoro, qayer Zomin, qayer Guliston. Agar siz ham mana shu kabi uyga vazifani bajargan bo'lsangiz, demak, to'g'ri bajargan hisoblanasiz. Darsligimizning birinchi topshirig'ida suhbat berilgan bo'lib, mana shu suhbatni sizlar bilan birgalikda rus tiliga tarjima qilamiz. Diqqat qiling. Dono, mustaqillik bayramini qayerda nishonlading? Dono, где ты праздновала праздник независимости? Mustaqillik bayrami kuni Amir Timur xiyoboni va sayilgohga bordik. В праздник День независимости мы были на народном гулянии в парке Амира Тимура. У ерда кятта томоша болды. Там было большое представление. Отам кок, яшел, пфаклар олып бердилар. Отец купил мне синие и зеленые шары. Уларны осмонге учердик. Мы их выпустили в небо. Айз окучилар, біз сіз білан бірінші топшырықның фақат бір қысмінігіні тарджима қылдик. Ойлайман ки сіз мана бұл луғатлардан файдаланып, кейінгі қысміні хам рус тіліге тарджима қыласыз ва ата-онаңызге сөзлап берасыз. Луғатлар. Нишонламоқ, отмечать, сайр қылмоқ, прогуливаться, хиобон, сквер, туйгу, чувство, томоша қылмоқ, любоваться, смотреть, тынч, мирный, садоқат, верность. Дарслигимызнинг биринчи машқида сизге 4-та расм берилган бўлиб, 4-та расмга 4-та савол ҳам берилган. Biz siz bilan birgalikda mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz va mana shu savollarimizda ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlarni topishga harakat qilamiz. Toshkentda qurilgan bu zamonaviy bino qanday nomlanadi? Barakalla aziz o'quvchilar, Toshkentda qurilgan bu zamonaviy bino Toshkent City majmuasi deb nomlanadi. E'tibor bering, bu gapimizda ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar ishtirok etganmi? Barakalla aziz o'quvchilar. Toshkent, bino, Toshkent City, majmua. Keyingi rasmga e'tibor qaratamiz. Bu rasmni siz qayerda ko'rgansiz, aziz bolajonlar? Barakalla. Registon majmuasi qaysi shaharda joylashgan? Demak, javoblarga o'tamiz. Registon majmuasi Samarqand shahrida joylashgan. Bu gapimizda ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar Registon, Samarqand, shahar. Keyingi rasmimizga e'tiboringizni qaratamiz. Buxorodagi bu qadimiy obidaning nomini bilasizmi? Buxorodagi bu qadimiy obidaning nomi Buxoroi Kalon. Bu eng baland inshoat hisoblanar ekan. Bu gapimizdagi ot so'z turkumiga oid so'zlar Buxoro, obida va inshoat. Mana bu rasmlarga e'tiboringizni qarataman. Xivadagi eng katta tarixiy majmua qanday nomlanadi? Xivadagi eng katta tarixiy yodgorlik Ichanqala majmuasi deb nomlanadi. Ichanqala, demak, Xivaning ichki qala qismi deb hisoblanar ekan. Bu gapimizda ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar Xiva, Ichanqala. Demak, biz rasmlar bilan tanishib, ulardagi ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlarni belgilab oldik. Endi grammatik mavzular bilan tanishishga harakat qilamiz. O'tgan darslarimizda biz siz bilan mustaqil so'z turkumlari haqida tanishgan edik. Mustaqil so'z turkumlaridan ot so'z turkumi va uning savollari bilan tanishib chiqqan edik. Bugungi siz bilan o'tiladigan mavzumiz atoqli otlar. Ayrim shaxs yoki predmetga atab qo'yiladigan otlar atoqli otlar deb ataladi. Kishilarning ismi, familiyasi, taxallusi, hayvonlarga atab qo'yiladigan nomlar, geografik nomlar, tashkilot va muassasa nomlari atoqli otlardir.
Esingizda bo'lsin, atoqli otlar har doim bosh harflar bilan yozilar ekan. Demak, diqqat qiling. Shaxs nomlari Azamat Abdullayev, Nigora Karimova, geografik nomlar Andijon, Olmaliq, Boysun, Yunusobod, tashkilot va muassasa nomlari G'uncha jurnali, Turkiston saroyi, tarixiy sana va bayram nomlari Navro'z bayrami, Mustaqillik bayrami. Aziz o'quvchilar, bu nomlarni siz albatta esingizda saqlab qolishingiz lozim. Qadrli o'quvchilar, mana bu rasmga e'tibor berishingizni talab qilaman. Bu rasmda siz nimani ko'ryapsiz? Barakalla aziz o'quvchilar, bu rasm baliqning rasmi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, baliqning pastki qanotlari va tepadagi qanotlari mavjud. Biz baliq skeleti chizmasidan foydalanib, atoqli otlarga gaplar tuzishimiz talab etiladi. Keling, buni ko'rib chiqamiz. Oloy bozori. Men Oloy bozoriga bordim. Bog'ravon ko'chasi. Malika Bog'ravon ko'chasida turadi. Pomir tog'i. Biz Pomir tog'lariga sayohatga chiqdik. Chirchiq daryosi. Biz Chirchiq daryosida baliq ovladik. Zomin tumani. Zomin tumani ajoyib maskan. Aziz o'quvchilar, siz ham o'z daftaringizga xuddi shunaqa baliqning rasmini chizib, mana shu atoqli otlarni va bular ishtirokida tuzilgan gaplarni yozib olasiz degan umiddaman. Darsligingizning 3-mashqida gaplar berilgan, mana shu gaplarning ichidan atoqli otlarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Keling, mana shu mashqni birgalikda bajaramiz. Dastlab biz daftarimizga mana bu kabi T harfini chizib olamiz. So'ngra mashqni bajarishga kirishamiz. Amudaryo va Sirdaryo Orol dengiziga quyiladi. Qani ayting-chi bolalar, buning ichida atoqli otlar bormi? Albatta, to'g'ri topdingiz. Amudaryo va Sirdaryo. Men G'uncha jurnaliga obuna bo'ldim. G'uncha jurnali. Gulchehra a'lo baholarga o'qiydi. Bu gapimizdagi atoqli ot Gulchehra. Chimyon tog'larida dam oldik. Demak, bu gapimizdagi atoqli ot Chimyon. Ko'rdingizmi bolalar? Demak, biz bugungi grammatik mavzuni yaxshi o'zlashtirib, atoqli otlarni tezda topib olishga harakat qilyapmiz. O'qing, tinglang, so'zlang. Qadrli o'quvchilar, bugun biz siz bilan ona vatan matnini o'qib, uni tinglashga harakat qilamiz. Ona vatan. Biz yashayotgan bepoyon go'zal vatanimiz O'zbekiston Respublikasi. Respublikamizda tekisliklar, o'rmonlar, tog'lar, daryolar bor. Vatanimizning yer osti boyliklari juda ko'p. O'zbekistonda o'zbeklar, ruslar, tatarlar, tojiklar, qozoqlar, qirg'izlar va boshqa millat vakillari yashaydi. Respublikamizda zavod va fabrikalar, ko'rkam binolar, obod bog'lar ko'p. Vatanimiz kundan-kunga ko'rkamlashib bormoqda. Shahar va qishloqlar qayta qurilmoqda. Biz yashayotgan yurtni ona vatan deb ataymiz. Vatanimiz bizni ona kabi mehr bilan erkalaydi, voyaga yetkazadi. Shu sababli biz vatanimizni onamiz kabi sevamiz, qadrlaymiz va uni ona vatan deya ulug'laymiz. Aziz o'quvchilar, siz ham bu matnni uyingizda o'z oila a'zolaringizga o'qib berishga harakat qiling. Ona vatan matnda o'qiganimizdek, demak, ona vatanimiz o'z o'rmonlariga, tekisliklariga, daryo va cho'llariga ega ekan. Bizning ona vatanimizda juda ko'p millat vakillari yashar ekan. Nima uchun biz ona vatan deymiz? Onamiz bizni qanchalik o'stirib, ulg'aytirgan bo'lsa, vatan ham bizni o'z bag'rida o'stirib, kamolga yetkazyapti. Shuning uchun biz ona vatan deya uni ulug'lashimiz kerak ekan.
Demak, aziz o'quvchilar, matn yuzasidan lug'atlar berilgan. Siz bu lug'atlarni o'z daftaringizga yozib olasiz va yod olishga harakat qilasiz. O'rmonlar, lisa, bepoyon, безграничный, далалар, поля, ko'rkam binolar, красивые здания, voyaga yetkazmoq, воспитывать. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar. Birinchi topshiriq. Suhbat matnini lug'atda berilgan so'zlardan foydalanib, tarjima qiling. Ikkinchi topshiriqda berilgan lug'atdagi so'zlar ishtirokida 4-5 ta gaplar tuzing. Qadrli o'quvchilar, bugun siz bilan nutqiy va grammatik mavzularda suhbatlashdik. O'ylaymanki, bugungi darsimiz sizga tushunarli va mazmunli bo'ldi. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. EduMarket онлайн олимпиада. Xalq ta'lim vazirligi, innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi, Allo Finance hamda GameZell hamkorligida EduMarket interaktiv virtual ta'lim dasturining onlayn olimpiadasini o'tkazishni e'lon qiladi. Olimpiada 6-iyul kuni maktab o'quvchilari orasida start olib, 4 hafta davomida Android va iOS platformalari foydalanuvchilari orasida bo'lib o'tadi. Olimpiadada ishtirok eting va ilovada turli vazifalarni bajaring. Bir qator qimmatbaho sovrinlarni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Har bir hafta yakuni bo'yicha 1-chi o'rinni egallagan g'oliblar планшет, сертификат ва бошқа эсталик соғғалар тақдим этилади. Олимпиадада иштирок этиш учун куйдагиларни бажаринг. Play Market ёки App Store орқали EduMarket иловасини юклаб олинг. Иловага кириб, қаҳрамонингизни танлайнг. Шахсий маълумотларингизни киртинг ва иштирок этишни бошлайнг. Эслатиб ўтамиз, олимпиадада фақатгина рўйхатдан ўтган фойдалануvchilargina қатнаша оладилар. Ғолиблар онлайн тарзда эълон қилинади. Рўйхатдан ўтганингизда алоқа учун телефон рақамингизни киртишни унутманг.